أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Сегодня 11 تراويح и 11 جوز إن شاء الله будем читать. 11 جوز начинается с 93-й аят сура «Ат-Тауба» и заканчивается на 5-й аят сура «Гуд» алейхиссалям. Наша сегодняшняя тема – «Ифтар». Да? Кормить человека, который держит пост. Аллах в Коране как говорит про «давать садака»: «Алладзина юминуна билгайбу и якимуна салата ва мимма разакнахум юнфикун». Но много аятов, которые именно подтверждают, чтобы давать ради Аллаха, это имеет значение, много савабов. Но особенно про ифтар в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, передается от Зайда ибн Халид аль-Джухани, радиаллаху анху, قال Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, «Ман фаттара саиман, кана лаху мислу аджрихи». غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا رواه الترمذي. Передается от пророка саллаллаху алейхи вассалям, что кто будет кормить человека или давать ифтар человека, который он постился, Всевышний Аллах дает этому человеку, который кормил, тоже такой же саваб, который дается человека, который постил. Смотрите, как в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, идет, говорит, что Всевышний Аллах говорит, кто читал намаз, дайте ему саваб. Кто делает садака, дайте ему саваб, который он должен получить. Но когда идет очередь саум, ураза, Всевышний Аллах что говорит? Поистине он держит ради меня, он оставляет питья, оставляет еду и ради меня, поистине я сам дам ему саваб. Это Всевышний Аллах, это получается сюрприз, да, который мы не знаем, что будет. Но когда вот вам говорят, что наш президент тебе отправил подарок, то есть мы не знаем, никто не знает, но все равно будем надеяться, это какой-то лучший подарок. Но когда мы какой-то от Аллаха идет подарок, это намного лучше, конечно. То есть человек, который сам постится, какой награда получит? А если ты будешь еще другому, если есть возможность, конечно, ифтар давать, тоже такой же саваб получишь. То есть 2-3 раза больше, это иншаллах будет точно, что ты попадешь в рай. Тем более у нас весь Рамадан, каждый раз мы говорим об этом, потому что этот не всегда бывает, не все могут дожить до Рамазана. Один ролик отправили в Судане. Судан. Оказывается, они приготовят еду, дастархан, это стол, и выходят на дорогу. Кто едет по дороге, да, останавливает их, когда уже ближе к Ахшаму, и останавливает их, и заставляют, давайте будете ифтар делать, потом дальше ходить. В принципе, у них нету ничего. То, что давать ифтар, это не обязательно, им надо кормить там полный стол. Нет, не обязательно. Хоть ты финик передай другу, он разговляется, значит, его саваб взял. Вот поэтому не обязательно, чтобы накрыли полный стол. Но по мере возможности надо стараться взять. Вот даже в Судане показывают, у них ничего нет. Хоть там водой это дают, да? Или хоть там фиником раздают. Но зато ради хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они стараются получить тоже такую же награду. Потому что мы действительно в 11 месяцев мы так далеко друг от друга ходим. Этот месяц, который нас приближает, Аллах открывает все врата рая, все врата покаяния, все врата, то есть ада закрываются, все закрываются шайтаны. Поэтому нам необходимо заработать или приучить себя вот это делать добрые дела. Это, конечно, если кто понимает хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, иншаллах, тот получит
рай. Ва саллаллаху тааля аля хайри халкихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин.